В США возле мечети прогремел взрыв. Данных о пострадавших пока не поступало. Американская полиция проводит расследование по факту взрыва около мечети в пригороде города Миннеаполис. Данных о пострадавших не поступало, сообщает агентство Associated Press. Инцидент произошел в субботу в городе Блумингтон, который находится в 16 километрах к югу от центра Миннеаполиса. В расследовании участвуют представители ФБР и Управления по контролю за оборотом алкоголя, табачных изделий, огнестрельного оружия и взрывчатых материалов. Причины происшествия пока не установлены. Обстоятельства инцидента уточняются. По данным местных СМИ, взрыв произошел около 5 утра по местному времени, примерно в 13:00 по Киеву. Как передает телеканал CBS Миннесоуты со ссылкой на очевидцев, неизвестный бросил бомбу в окно мусульманского центра, после чего скрылся на грузовике. В здании возникли пожары задымления. Ранее в американском Миннеаполисе в частной школе произошел взрыв газа, в результате обрушения погибли 2 человека. В Афганистане произошел теракт, десятки погибших. По материалам сайта news.com.